Всем привет! Сегодняшний видеоурок посвящен заглушке. Заглушаем указательным либо другим удобным пальцем язычок при игре. Значит, так звучит, например, один из элементов. Вот первый элемент делается. Всегда дышим ртом. Значит, и такое движение делаем. При ударе заглушаем. И тут же убираем палец. Тут же соответственно, бой идет постоянный. Заглушка, нет заглушки, заглушка, нет заглушки. Ну, соответственно, бой может быть на себя или от себя, как вам удобно. И теперь можно применить двухсторонний бой. Также можно применять то двухсторонний бой, то односторонний, то есть варьируя как-то, импровизируя. Также следующие элементы можно менять дыхание, то есть сейчас было дыхание ртом, делаете задержку дыхания горла, формы горла, потом дыхание носом, то есть вот, например, горло. При этом артикуляция. Ой-ё. Сейчас дыхание носом. Ой-ё. И можно очень быстро делать. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну и таким образом импровизировать. Этот элемент можно просто вставлять внутрь основной импровизации, да, чтобы разбавить как-то, удивить спецэффектами и так далее. Ну что ж, друзья, спасибо за внимание.